Вот так же, как эта живая пирамида, уверенно и стремительно достигают высот наши спортсмены. И все благодаря наставникам, которые, в свою очередь, тоже добивались успехов благодаря своим наставникам. И так из поколения в поколение крепнет спортивная гордость Барнаула. Тренерами по сравнению с прошлым годом больше спортсменов подготовлено членов сборной команды России и членов сборной команды Алтайского края, а также больше подготовлено мастеров спорта России и даже мастеров спорта международного класса. Огромное спасибо за эту работу. В этом году лучшими тренерами признали 10 наставников в разных спортивных дисциплинах. Именно их воспитанники больше остальных отличились на всероссийских и международных соревнованиях. А по количеству медалей и кубков эти тренеры обогнали своих коллег. Хотя, и эту мысль озвучил каждый из выступающих, это лишь официальные награды. Даже маленькие достижения начинающих спортсменов для каждого тренера дороже золота. Это ведь и особое внимание к ребятишкам, и большая ответственность. Где-то непростые взаимоотношения с родителями. Поэтому я искренне, уважаемые коллеги, желаю вам благополучия, терпения, желаю высоких результатов ваших подопечных, а их результаты – это ваши достижения. Также помимо тренеров в этот день наградили десятку лучших молодых барнаульских спортсменов, тренеров-ветеранов, а также тренерские династии. Кстати, в краевой столице на сегодняшний день 27 спортивных школ и более 250 клубов. И тот факт, что в барнаульских школах нет свободных тренерских ставок, говорит об интересе к профессии и ее востребованности. Елена Кузовкина, «День с толком».